Недавно вот телефончик отжали. Ну я ему такой: эй, пацанчик, дай позвонить. Ну он типа: не дам. Ну я ствол достаю. Потом этой хреновиной хрясь ему по роже. Сразу отдал. Спецназ хули. Вот раньше были костюмы, ого-го. А сейчас, вы только гляньте вот. Тут вот лямки какие-то, я же в этом ничего не понимаю. Могу вот по спине ёбнуть, хуяк нах. Куда все это сувать? Нахрена оно нужно? Ну сделают же, блять. Как же это собирается? Слышь, Вась. А куда эту хуйню пихать? Да туда. Туда? Да не лезет она ни хрена. С каждым защитным комплектом идет вот такая замечательная и запасная голова. В случае, если основная выходит из строя, ее можно быстро заменить и продолжить выполнение операции.